Несмотря на выходные и пасмурное небо, 61-я апрельская эстафета собрала огромное количество участников и зрителей. Традиционное место проведения эстафеты, улица Кремлевская, в этот день была как никогда многолюдна. Задолго до старта здесь стали собираться участники, болельщики и простые зрители, неравнодушные к спорту. Ожидания эстафеты и тем и другим скрасили танцевальные коллективы КФУ. Апрельская легкоатлетическая эстафета – одно из немногих спортивных мероприятий с богатейшей историей. Впервые студенты Казанского университета вышли на старт эстафеты в далеком 1953 году. С тех пор к состязанию между факультетами университета присоединились другие вузы, а чуть позже в апрельской эстафете стали участвовать и учащиеся СУЗов. Раньше сборные команды высших и среднеспециальных учебных заведений республики соревновались между собой накануне университетской эстафеты. А в этом году организаторы соревнования немного отошли от традиции проведения эстафеты в два дня и объединили забеги вузов и институтов КФУ. Немножко несправедливость в этом есть, но зато как бы мы видим свой факультет на уровне других вузов, даже те самые КАИ представители, мы как бы немножко только им всего лишь уступили, хотя они выставляли сборную вуза, мы выставили сборную факультета и заняли призовое место. Соревнования открылись с забегами СУЗов, и тут уже время было не удержать. Один за другим на линию старта вставали забеги женских, мужских, смешанных эстафет. Бескомпромиссная борьба, спортивный азарт, воля к победе согрели не только самих участников, но и зрителей. Абсолютно всех спортсменов встречали на финише бурными аплодисментами. Больше всех зрительских оваций сорвали представители Института физической культуры, спорта и восстановительной медицины. Им не было равных как в забегах женских и мужских, так и смешанных команд. Вузам республики и другим институтам Казанского федерального оставалось лишь разыгрывать между собой вторые и третьи места. И здесь снова преуспели представители нашего университета. Мои же ребята, простые дети, которые занимаются, тренируются, уступили только спортивному факультету. И я горжусь за них. Участие в эстафете добавит очков в копилку каждого института в общем зачете спартакиады для студентов КФУ. И все же в любом соревновании главное не победа, а участие. Студенты Казанского федерального всем это доказали. Но это еще не все. Впереди у них главный старт лета – универсиада. Ожидается, что от КФУ в ней примут участие 10 спортсменов. Александр Александров, Ленардо Влетьяров, Юниверньюз.